Чтобы связать столбики с вытянутыми петлями, выполните цепочку из воздушных петель. Затем введите крючок во вторую петлю цепочки, захватите рабочую нить и протяните через эту петлю. Полученную петлю на крючке вытяните до такой длины, которая необходима для узора, и протяните через нее нить от клубка. На крючке получится две петли. Снова подхватите рабочую нить и провяжите ею две петли на крючке. Все остальные столбики делайте точно так же.